Многочисленная публика скандирует в поддержку молодого атлета. Обладатель титула «Самый сильный юниор России» Борис Харламов пытается установить российский рекорд. Задача – сдвинуть с места ракетную установку «Смерч». Вес машины – 41 тонна, вес Бориса – 96 килограммов. В результате двух попыток «Смерч» едва сдвинулся с места. На выручку молодому атлету поспешил еще один пермский богатырь Юрий Александров. Техника тоже почти поддалась. Тогда силачи решили объединиться и буксировать ее вместе. «Смерч» сдал позиции и сдвинулся с места. На самом деле, я вам хочу раскрыть небольшой секрет. Просто автомобиль начинает ехать и попадает в яму. Поэтому он начинает ехать и останавливается. Но вместе мы это сделали. В единстве мы сила. И в этом смысл. Спасибо городу Пермь. С праздником всех.